Смотрите ли вы интервью с Владимиром Путиным? Нет, не интересуюсь политикой, не хочу портить себе настроение. Иногда слышу от людей что-нибудь, какие-то новости. Год назад, допустим, я послушал его прямой эфир, и меня что-то это расстроило, его выступление. Да. Последнее интервью для NBC, смотрели ли вы его? А какие темы вас интересуют прежде всего? Чтобы лучше народ жил. Нет, в последнее время вообще телевизор не смотрю. Смотрю. Какие, например? Вот недавнее интервью для NBC видели, нет? Ну там вырезки, только вырезки. Вокруг нас разжигаются конфликты. Вот это меня больше всего волнует. То, что волнует, чтобы, ну, чтобы не было войны. Местами в новостях. Периодически смотрим, да. А смотрите полностью или то, что в новостях? Насколько время позволяет, настолько и смотрим. Смотрю по Первому каналу. Нет, на данный момент не смотрю. Загружена с полностью своей учебой, работой. Я телевизор в основном вообще не смотрю. Нечаянно где вот увидел, вот где-то передача идет, там и смотрю. Я особо не интересуюсь политикой всякой. А толку от них? Он всегда говорит одно, а на самом деле другое. Я краткое содержание потом смотрю. Там «На дожде», там кто? «Радио Свобода». Ну, разные медиа, в общем, освещают краткую сводку. Краткую сводку я смотрю. А в целом у меня просто нет времени на это.